Привет, хочу сказать тебе привет, вживую, смотря в глаза, улыбаясь. Но сейчас между нами тысячи километров, и это не просто тысячи километров, это расстояние на целых 6 месяцев, полгода, 183 дня, почти 200 вечеров и ночей, и это привет ты можешь услышать лишь тогда, когда мы встретимся. Знаешь, однажды я хочу проснуться утром, холодным, теплым, солнечным, неважно. Что мне придет сообщение от тебя. Я приехал. И это утро будет самым лучшим в моей жизни. И погода за окном станет самой прекрасной. Ведь когда ты счастлив, то любишь все вокруг. Представляя это, я становлюсь уже чуточку счастливее. Я помню твои слова. Ты сказал, что приедешь в каждый город, где тебя ждут. Так вот, я тебя жду. И буду ждать целую вечность. И знай, я тебя люблю.